Желтый уровень метеоопасности объявили в Молдове из-за усиления ветра. Предупреждение будет действовать до завтрашнего дня. Уже сегодня вечером скорость ветра может составить от 15 до 20 метров в секунду. Сильный ветер оказался не кстати. Так сегодня во второй половине дня в Страшенах загорелся сухостой. На видео, размещенном очевидцами в социальной сети, видно, как заболоченное пастбище горит на глазах. Пламя быстро распространяется из-за порывов ветра. По словам офицера пресс-службы ГИЧС Дарьи Нечаевой, экстренный вызов поступил в 16:45, и на место происшествия направили два пожарных расчета, которые ведут борьбу с огнем. Причину пожара выясняют. По данным Генинспектората, огнем охвачено не менее 40 гектаров сухостоя. Еще один пожар был ликвидирован после обеда в Новых Аненах. Пожарных оповестили около 3 часов дня. К 4 часам возгорание было локализовано. В результате сгорели 6 гектаров сухой растительности. Спасатели призывают граждан соблюдать противопожарные нормы, не поджигать мусор, сухую растительность, не разводить огонь вблизи лесопосадок и жилых помещений. Между тем, согласно прогнозу погоды, сегодня похолодает. Ночью столбик термометра опустится от 0 до минус 4 градусов по Цельсию. Днем температура не превысит 7 градусов тепла. Синоптики прогнозируют, что затем температура воздуха будет расти и в ближайшие 10 дней составит 10 градусов тепла, а ночью не будет опускаться ниже 0.